Да, ты дома? Нет. Понял, значит, можно войти. Проклятие, мать твою. И чё, новый стиль? Хреншму, или как его? Да, Слоубол открыл лучших звезд бейсбола. Дасти Бейкера, Эрла Мёрфи, Тома Блэббена. Гаслоу! Чё уставились, я не стриптизерша. Добро пожаловать на заседание комиссии партнеров. Я хочу работать. Не женское это дело. Мой отец отбирает игроков. Я росла среди мужиков, которые бухали, матерились и пердели. Неси уже гребаный счет. Поверьте, я справлюсь. Тебе нужно к врачу. Как ты будешь подбирать игроков, если ничего не видишь? Мне не нужна твоя помощь. Просто поезжай домой. Потому что у меня псих. Я хочу знать, что у тебя все в порядке. Сколько было Миги, когда умерла ее мать? 6. И как вы справлялись в одиночку? Никак. Ты отправил меня к родственникам. Только трус бегает от ребенка. Ты не знаешь и половины того, как все было. Эй, потанцуем? Нет, спасибо. Ну ладно, что ты, один танец не повредит. Не тронь ее. Так, спокойно, спокойно. Вали отсюда, пока я кони не двинул, убивая тебя. Как насчет ужина? В смысле, я и ты? А ты шустрый, но если приглашаешь, согласен. Отбор через 9 дней. Мне не нужны сюрпризы. Касса тяжела. Вряд ли он справится. Я сломленный шалкий старик. Уезжай от меня как можно дальше. Время Гаса вышло, он даже не может печатать на клавиатуре. Ты ни черта не понимаешь в этой игре. Дело не в клавиатуре, а в чутье на истинных игроках. Ты слишком много знаешь о бейсболе для юриста. Длинная история. Готов выслушать. А я не хочу рассказывать. Ископнемся? Ты сумасшедший. Клинт Иствуд, Эми Адамс, Джастин Тимберлейк. Я не хочу, чтобы ты просиживала жизнь на дешевых трибунах. Пусть они дешевые. Проводить время с отцом на бейсбольных матчах. Что может быть лучше на этом свете? Крученый мяч. Все еще без мужика. Может, ей не хватает эмоциональной открытости? Ты доктор Курпатов? Кстати, он настоящий профессионал. Точно.